Всем привет, друзья, с вами Лиза Ковалева. Сегодня мы будем на телеке в ютубчике смотреть 360 видео. Так, во-первых, там надо, я не знаю, либо Гренни, либо... Так, ну можно вот... Сейчас у меня вроде ужасы. Мне сразу ужасы выбивает. Можно... психиатрическая больница. Давайте попробуем психиатрическую больницу. Купер. Так, ну вот, мы можем двигаться. Эй, привет. Так. Так, ну вот, видите, мы можем как в игре прям. Я, конечно, тут игры не видела, но Гренни нам не интересно. Здорово. Ну, мы тут не ходим, мы только камеру поворачиваем. Господи! А, мы инвалид, да, типа? Ой, ты какой-то черный. Ой. Ой. Ой, еще. А ты что, в женский толчок? А мне кажется, тут все как бы... Привет! Качество на самом деле хорошее, но на телефоне у меня чуть не хорошее. Оу, ноу! Ой, я себе видео только что, когда гроза, вот, видите. Так, я себя в телеке вижу. Меня по телевизору пока... Ладно. Опа, это что такое? Быстренько пультом. Да немножко и вы страшные. Ой, странные. Эй, дай посмотри. Да дай посмотрю. Она валя... Да... Чё мне понравилось? Чё? Это когда у стоматолога, друзья. Хочу предупредить вас, что видос не надо смотреть там беременным, психическим. Ну, если маленький там, например, и у кого слабая нервная система, то не надо. Ну, это мы изменим ракурс. Ой, кому ты это рассказываешь? Мы только что видели больных людей. Так, потише сделай, то звуки... Ага, мы уже почти... Чтоб забыло. Куда ты пошла? Оу. Не лезь ко мне, дядька. Ты да не негр. И мне нужны негры, друзья. Что у меня с башкой? Выход. Спасибо. Выход. Могу я на него посмотреть, да? А эти лицо уйдет. Эти в интернет выложу, пацан. Даже не думай. Аккуратно со мной. Аккуратно, я говорю. Это, кожаное лицо. Чё со мной? Где я? Я слышу голоса. Так, 4 минуты видос. Так, а он вроде 6 идет, друзья. А, гляньте, уже баба какая-то. Дай в глаза посмотреть. Мы прям как в фильме, друзья. О, ты, господи, а где это? О, наконец-то я свои руки увижу. Ух ты, господи. А чего вы надо мной ходите? Ты мужик, ты... Ты мужик. Ты не мужик. Вы бабы. 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 Бабы вы. Алло, мужик. Мужик, вернись. Мне страшно.
Так, друзья, надеюсь, мы в порядке, да. Так, надо же... Ой-ой-ой! А как же изменить? Блядь. Так, ну... Мы видим, кто-то уже орёт. Давайте, наверное, приступим ко второму, друзья, видосу. Потому что этот видос закончился. Ну вот, да, видос закончился. Давайте следующий 360 попробуем какой-нибудь друг. О, вот я вижу, ужасы пугало. Само начинается. Точка зрения, кстати. Нет, подожди, а что это? Не. Ой-ой-ой-ой, аниме. Давайте вот, вот это попробуем, мы уже видос заканчивать будем, потому что это американские горки. Вот так вот, если я сделаю, вы погрузитесь в полную реальность. Ну. Америка, Китай. Америка, Китай. Алло, Америка, Китай. Кит-Америка, короче, поняли. Ждем долгого погружения. Там было написано, кстати, видос, типа, для полного погружения в реальность. Оденьте наушники. Ну, на первое видео не надевайте наушники. Опасно для здоровья. Сейчас мы будем падать, друзья. Это, блин. Это был... Да, блин. Вау. А что такое? Мы повисли? А, нет. Я просто думала, короче, друзья, что повисли мы. Вау. Колесо. Нет, ну что они орут? Это не страшно на самом деле. Вот эти... Вау. Ну, когда они, короче, самый низ съезжали, да, могло быть страшно, а сейчас вообще не страшно. Чё они орут? Чё, конец, что ли? Не-не-не, вы чё? А прикиньте, она сорвётся, вот эта фигня. Это Hot Wheels по-китайски. Бассейн? Похож на бассейн. Слушайте, прикиньте, если она сорвётся, это ж пипец. Наверное, три видоса сейчас запилю сразу по VR-чику. А давайте Майнкрафт реально. Сейчас, Майнсруфт. Так, подождите. Майнкрафт 360. Это будет такой данный обзор на телевизор и данный обзор на сами игры. Блин, не-не-не. Можно будет... Стереть, как будет стереть. Не-не-не. Во-во, все, я могу стирать. О, GTA, прикиньте на... Вот, друзья, сейчас будет вот просто топ-контент. Просто топ-контент. Вы за это должны поставить лайк. GTA. Полного погружения реально вы должны к тому класс, наверное, к нему. Фу. Реально круто пультом управлять, это прям вообще. А мне кажется, как будто это вот класс какой-то реально. Но на чем мы, интересно, едем? Данный... А, на скейтборде. Круто. На такой бешеной скорости, как на машине прям. Повезло пацанам. Не, реально, как он это везет? Через обрыв, конечно, так прыгать. Тихо, тихо, пацан. Давай на машину. Не, управлять тут легко. А сколько видос идет? Ну, 2 минуты нормально.
Вау. Вот прикинь бы покупки, короче, в магазине, вот тоже было бы круто посмотреть. Ну, наверное, выйдет. Сейчас первая часть. И вторая. Видишь, рубрика реально крутая, топовая. На телеке вообще топовая игра, друзья. Тихо, что у меня камера повернулась не туда. А мне кажется, он врежется, либо он доедет до куда-то. Вот, типа, поворот событий. Либо на него что-то упадет. Реально. А, мотобайк. Мотобайк. Вот потяни, можно посмотреть мотобайк. И говорит, что нет, это не скейтбол. А. Формула 43. Давайте повернем телек и посмотрим. Вау! Так ты у нас крутой человек. Да, друзья. Получилось топово. Подписывайтесь на его канал, на предыдущие каналы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Лиза, и всем пока-пока.